Смотрите сегодня в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Им лениться не с руки, ведь они сибиряки. Крепкое подворье семьи Малахевич поразило гостей из Прибалтики. Июль – время дорогое, никому тут нет покоя. Какие полевые работы сейчас актуальны для селян? Интервью с министром. У букашек гормоны в ответ на феромоны. Специалисты Россельхознадзора мониторят численность вредителей на территории области. В конце марта Тамара и Валерий Малахевичи ждали пополнения на своем подворье. У буренок к этому времени уже появилось потомство, а вот лошадка Победа заставила поволноваться. Она новенькая в семейном стаде, еще как следует не прижилась. А у хозяина на нее большие планы. Навоз вывозить, корма летом готовить, без своего гужевого транспорта население обойтись. В прошлом году не по своей воле лишились любимицы лошадки Дашки. Темной ночью увели ее с подворья. Воров так и не нашли. А может, и не очень старались калачинские блюстители порядка. Погоревали пенсионеры, да делать нечего. Надо Дашке замену искать. Тамара в сердцах не раз говорила мужу: «Давай от всего поголовья избавимся, одних курочек в сарае оставим». А Валерий ни в какую. Привык рано вставать, по хозяйству управляться. Это у него с молоду. Без дела не привык сидеть. Новую баньку недавно срубил. Да денег для новой лошадки. Мы всегда держали хозяйство, абсолютно вот всегда. Самое большое количество? Ну, у нас 4 коровы. Больше 4 коров у нас не было. Ну, понятно, что молодняк был от этих 4 коров. Ну, и мы обычно еще и покупали пару бычков, именно бычков. Потому что финансово надо было, дети же росли, детям надо было учиться, поэтому без хозяйства это никак. Молоко сдают на местное перерабатывающее предприятие, а вот за бычками заготовители сами приезжают. Рассчитываются на месте, проблем нет. Село Ковалево, наверное, единственное в районе, где почти на каждом подворье много живности. И по 2-3, а то и больше коров держат. Общественного стада давно нет. Рабочих мест тоже. Способного хозяйства – основные доходы. Пенсия? Ну что пенсия? Пенсия – это вообще ни о чем. У меня маленько побольше, потому что я работала все-таки до 61 года. А у Валеры пенсия вообще, я считаю, маленькая. Поэтому на одну пенсию жить – это просто несерьезно и нереально. А жить привыкли так, чтобы лишний раз хозяйки в магазин не бегать. Почти все продукты со своего подворья. Стол к обеду всегда накрыт, словно гостей на пороге ждут. Только вот коронавирус все карты спутал. Родственники из Прибалтики в июле обещали приехать. Не получилось, границы закрыты. В прошлом году к нам в гости ко мне приезжал брат мой двоюродный. Он не был здесь 50 лет. Вообще он родился в Эстонии. Это папин старший брат. Воевал там и остался. Женился, и вот у него родились дети. Вот эти, вот один из этих братьев, Велло. Он потом, когда ему было 18 лет и забрали его в армию, его отправили в Омск за танками. Хотя он здесь никогда не был. Понятно, что он приехал в Омск, мы же тут живем же рядом. И вот он приезжал, офицер его не отпустил, ну, представляете, из Прибалтики. Офицер его с кем-то там отпустил, и вот они приезжали к маме с папой. Где-то неделю, наверное, они были у нас. И вот проходит 50 лет после того, как он был здесь, он вот решил приехать в Сибирь. Мне сестра звонит и говорит: «Тамара, знаешь, что Велла хочет ехать вот к тебе в гости. Он так переживает, он не знает, как и что, и как мы тут живем, и, может, тяжело». Понятно, что там потом они убедились, что
как мы живем здесь, это совсем другое. Вплоть до того, что... Ну, они, правда, они были уверены, что у нас тут медведи бегают, мы, наверное, живем в такой нищете, что жить не на что, и живем, наверное, как дремучие. И он взял билет, что я говорю, пожалуйста, пусть переезжает, конечно, я буду очень рада, я приму его, и тут у меня еще же сестры есть, что пусть приезжает, конечно, мы его примем. Он до того, вплоть до того, что Рая, у него, у Тамары баня есть? Рая говорит, есть, конечно, но в деревне живет. А что ты хотел? Ну, знаешь, может быть, Рая, я у Тамары в бане буду жить. Рая говорит, ты что, с ума сошел? Ну, что мне, я не знаю. И у него, говорит, столько было волнений, столько было переживаний. Он так переживал, а у него есть подруга, женщина. А ему вот только вот 69 лет было ему в прошлом году. В этом году у него был юбилей, кстати. Справлял, собирал всех родственников. Но вот, вот у него, вот ему почему-то так хотелось, что пока есть еще силы и здоровье, приехать вот сюда, в Сибирь. И потом, а подруга, понятно, что Сибирь, ну Сибирь это вообще что-то. Тем более она всю жизнь там в Финляндии работает, там другая цивилизация совсем. И рискнула подруга тоже с ним приехать, Астрид. Приехали они к нам, но понятно, что у них первое ощущение – это шок. Во-первых, они были в июле месяце. У меня уже цветы цвели все во дворе, в огородчике все. Что мы имеем, вот это подсобное хозяйство, что оказывается у нас и лошадь есть, и свиньи, и коровы, и все. Для них это было, они считали, что это, ну, такое богатство. И, конечно, и как, допустим, мы питаем, понятно, что это гость, ты же стараешься что-то вкусное приготовить, что-то необычное, тем более они же такое там не едят. Я им и манты делала, и лагман делала, и бешбармак делала, и плов. Безумно им понравились мои блины с абрикосовым вареньем. Ну, в общем, они были в таком шоке, что, ну как, что как, но мы же совсем по-другому воспринимали Сибирь, сибиряков, их жизнь и так далее. Потом мы поехали с ними в наш Калачинский краеведческий музей. Там как раз была выставка Ивановского поселения, попросила разрешения, что можно снять на камеру. Вот они снимали на камеру. Потом мы ходили на мемориал. Там есть фамилия нашего дедушки, и мы фотографировались с ним там около музея и на мемориале. Он был в таком шоке, он был в таком шоке. Но и он еще, у нас же очень празднуется День Ивана Купалы. 6 на 7. У нас это такой праздник на селе, вот вы даже не представляете. Приезжают со соседних деревень. Если есть возможность приезжать из Калачинска, из Омска. То есть у нас столько народу, у нас такой-то праздник. Это гуляние до утра. И вот он хотел остаться. Понятно, что нам просто не повезло. В этом году была гроза, но тем не менее концерт был, все это. И мы пришли домой, наверное, в 5 часов утра. Ну, они, конечно, были вот этим увиденным и услышанным, они были просто ошарашены. Глазам своим гости не верили. Такого красивого подворья, утопающего в цветах, не ожидали увидеть в далекой для них Сибири. У брата осталось много фотографий из той поездки, которые, по словам Тамары, он показал всем родственникам в Эстонии. Их в Прибалтике и у Тамары немало. В Сибирь в конце 19 столетия перебрался ее прадед с семьей. От него и пошел род, в котором уже 7-е поколение выросло на омской земле. От бабушки переняла Тамара много рецептов эстонской национальной кухни. У них все-таки остается вот этот вареный картофель, мульги капсат и кровяная колбаса. Вот это у них всегда на застольях, это 100% есть. Такого разнообразия, как, допустим, у нас в Сибири, вот я не наблюдала. Хотя у нас моя сестра там живет, понятно, они сибиряки. Вот сибиряки, они готовят и приглашают гостей сибиряков отдельно,
А уже если, допустим, эстонцы с эстонцами, там немного по-другому все. Но гости этим летом все-таки приехали и до сих пор живут. Это дочь Яна с сыном Адрианом, который каждый год подолгу гостит у бабушки. На прошлой неделе ему исполнилось 5 лет. Тамара любит баловать семью необычными блюдами. В этом году для гостей новинка – адыгейский сыр домашнего приготовления. Я люблю делать блюда, в которых нет чего-то вот такого сложного. Никакой химии, да. Поэтому если говорить, как делать вот адыгейский сыр, во-первых, рецепт очень простой и очень быстро делается. 1 литр кислого молока, 1 литр цельного молока, потом 3 чайные ложки соли и 6 яиц. Сливаем в кастрюльку 1 литр кефира и 1 литр молока, ставим на газплиту. В это время взбиваем 6 яиц с солью, 3, желательно без горочки, 3 чайные ложки соли без горочки. И яйца надо взбивать где-то примерно 5 минут. Вот я ставлю вот это, 2 порции ставлю. И вы знаете, нужно сказать о том, что молоко очень быстро нагревается, кстати. Блендером взбиваю яйца, в это время пробую молоко. Пока я взбиваю яйца, молоко уже, по сути дела, горячее. Его не надо доводить до кипения. Надо мешать, потому что там же кислое молоко еще. Все, молоко горячее. Я заливаю струйкой вот эти взбитые яйца с солью. Струйкой заливаю. И как только закипит, ровно 2 минуты. Все, я беру прям телефон. Строго 2 минуты, все, закипело, 2 минуты кипит, я тут же выключаю. В это время, ну, я заранее приготовлю кастрюлю, ситечко у меня такое специальное есть, туда 2-3 слоя марли вытаскиваю, вот это должно отстаиваться где-то 1,5-2 часа. 1,5-2 часа стоит, потом переворачиваю на тарелочку, все, и ставлю в холодильник на 10 часов. Сыр готовый. Хозяйка поделится с нами еще одним вкусным рецептом. Но это будет в конце программы. А сейчас актуальное интервью с министром сельского хозяйства. Ведь коронавирус коронавирусом, а работы на земле никто не отменял. Как же справляются с ней наши селяне? Непростой год в этом году в связи с коронавирусом, но для аграриев, значит, нет таких вот моментов, да, очень осторожно, соблюдая все правила, которые прописаны. Посеяли более чем на 80 тысяч больше, значит, яровых культур, и надеемся, что сегодня вот эти дожди как раз дадут нам какую-то гарантию, хотя был период очень сложный. По ряду территорий больше 60, а где-то и 70 дней не было осадков, что, соответственно, повлияло на качество и всходов, и развитие растений. Но вот эти осадки, которые прошли в середине июня и в конце, они немножко подправили ситуацию. И мы надеемся, что сегодня все-таки те свои 3 миллиона тонн, которые есть, мы в этом году, значит, будем иметь в нашем регионе. Конечно, недобор кормов в этом году просматривается. Хорошо, что хозяйства в прошлом году отработали очень хорошо, имея 1,5-годовой запас, у кого и двойной запас кормов. В этом году мы по ряду хозяйств, значит, спокойны, и там все нормально. По ряду хозяйств сегодня уже руководители принимают решение о, значит, заготовке дополнительных грубых кормов. На других территориях уже некоторые работают и заготавливают, обеспечивая, значит, животноводство на зимний период кормами. Основная задача сейчас, конечно, работа – это с паровым клином, подготовка парового клина. У нас более 460 тысяч гектар паров, которые сегодня уже где-то и на второй, и на третий раз мы обрабатываем. Часть паров обрабатываем химической обработкой, приводя их в соответствие. И сегодня, конечно, основная задача ставим перед вот подготовкой парового клина. Это для того, чтобы сегодня увеличить посевы клина озимых культур. Потому что мы в прошлом году довольно-таки успешно увеличили на 100%. И задача стоит и в этом году, не снижая этих темпов, увеличивать посев озимых культур. Ну и основная, наверное, такая задача этого периода – это уход за посевами. Посевная прошла.
всходы получили, и теперь, конечно, контроль за тем, чтобы сегодня, значит, и сорняки, и вредители, и болезни, они нам не помешали для развития наших растений и набора тех, будем говорить, плановых цифр, да, чтобы вегетация растений проходила в оптимально таких комфортных условиях. Сегодня контролирует и Россельхозцентр, и Россельхознадзор, и сами аграрии контролируют и смотрят, чтобы те проявления болезни, которые вот период осадков проходит у нас, да, были обязательно купированы и не давали возможности их развиваться. Этот пригородный питомник, пожалуй, один из старейших в области. Ему в этом году исполнилось 73 года. Меняли сорта, культуры, появлялись перспективные новинки селекционеров. Но одно оставалось неизменным – украшать омские сады деревьями и кустарниками, которые дают сладкие плоды и ягоды. За саженцами приезжают осенью, а летом почти ежедневно идет сбор урожая. Черная смородина уже отошла, ее здесь 20 сортов, а для спелой малины – самое время. Яблоки пока наливаются соком, подставляя свои бока яркому июльскому солнышку. Яблоневый сад занимает самую большую территорию в питомнике. Здесь высажено более 100 сортов. Но у этих кустарников и плодовых деревьев есть и особые ценители даров природы. Это различные вредители, которые не прочь полакомиться соком листьев, плодов. Их не сразу различишь в густой кроне. Но численность их на особом контроле. Проводим всевозможные анализы на выявление вредителей, болезней, чтобы наши культуры были экологически чистыми. А помогают садоводам специалисты Россельхознадзора. Июль для них самая горячая пора. На сбор ягод слетаются не только горожане, но и вредители. А сколько их приходится на куст или дерево? Мониторинг покажет порог распространения, а отсюда и способы борьбы. У нас работа есть всегда, и в зимний, и в летний период. Самая напряженная работа в летний период. У нас увеличивается число обследований фитосанитарного состояния Омской области. Приходится выезжать ежедневно и в районы Омской области. Обследования проводим согласно плану мониторинга, который утвержден руководителем управления Россельхознадзора по Омской области. Обследования проводим визуально, также при помощи феромонных ловушек, желтых клеевых цветных ловушек. Желтые клеевые ловушки у нас расставляются, мы уже их все собрали и отправили в лабораторию Омский референтный центр для определения и получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии. Поставили ловушки уже на вредителей леса, около 60 тысяч гектар. Это непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд и усачи, вредители леса. Сейчас выставляем еще ловушки на плодопитомниках, на вредителей плодовых ягодных культур. Калифорнийская щитовка, восточная плодожорка, тутовая щитовка, персиковая плодожорка. А сколько таких вредителей у нас в области? У нас вредителей карантинных не зафиксировано. То есть это проводится мониторинг, есть у нас в наличии или нет. В связи с тем, что меняются климатические условия, происходит постоянно ввоз подкарантинной продукции из других регионов, из южных районов, где возможно наличие карантинных объектов, поэтому ежегодно проводим мониторинг. Обычный реквизит инспектора для проведения мониторинга – вот такие бумажные кулечки, домики. Их называют ловушками. В густой листве их по запаху могут определить только бабочки, гусеницы, различные мошки и прочие ползающие и летающие вредители садов и лесов. У каждого вида своя приманка. Мы развешиваем феромонные ловушки вот именно конкретно на калифорнийскую щитовку, на вредителей плодовых ягодных культур. Здесь расположена, то есть на ловушке клеевая основа и феромон. На феромон вредители прилетают и приклеиваются к клеевой основе. Затем после 2-3-недельного пребывания на яблоне данные ловушки отвозим в лабораторию, и лаборатория уже
Омский референтный центр Россельхознадзора уже дает заключение, есть наличие карантинные вредители или нет. Для восточной плодожорки сооружает из бумаги домик. Она любит залетать в него, где так призывно, соблазнительно пахнет феромон. И здесь ее ожидает неприятный сюрприз. Попасть в домик можно, а выбраться из него не получится. Обследование проводим на подкарантинных объектах, местах выгрузки, местах производства, хранения, выращивания подкарантинной продукции, лесных массивах. Все это обследование проводится на выявление карантинных объектов. В районы часто выезжаете? В районы выезжаем очень часто, практически каждый день. То есть у нас обследование проводится не только в городе Омске, но и в районах. Значит, вот на этой неделе уже мы выезжали в Калачинский район, сейчас выехали в Омский район, поедем в Черлахский район, выезжали Тарский, Тевриский, Сидельниковский, Знаменский районы, устанавливали феромонные ловушки на вредителей леса. Также визуальные осмотры у нас на элеваторах, расстановка феромонных ловушек на капрового жука, это вредители хлебных запасов. Примерно до 100 тысяч гектаров лесных насаждений, садов, теплиц обследуют ежегодно инспекторы Россельхознадзора. Карантинных вредителей в области нет. А с еловыми, усачами, непарным шелкопрядом, трипсами и бабочками, прочими вредителями бороться научились. Сибирские плоды и ягоды безопасны. А сейчас, как и обещали, сладкий рецепт от Тамары Малахевич. Этот торт она придумала для любимого внука. А печь его можно в любое время года. Но особенно летом, из свежих ягод. То вот этот торт творожно-ягодный я делаю на глаз. То есть я уже приноровилась, знаю, сколько входит в мою разъемную форму. Поэтому я беру пропорции, чтобы были именно на эту разъемную форму. Тоже делается очень легко. Печется обыкновенный бисквит. Там небольшой, он очень тоненький, но примерно вот такой он получается. Там 3 яйца, взбивается 3 яйца, ванилин и 85 грамм сахара. Все, вот это взбивается это миксером. Потом туда я добавляю 3 столовые ложки муки с горкой и 1 чайную ложку разрыхлителя. И надо взбивать так, чтобы увеличилась масса где-то в 3 раза. Она становится такой густой и белой. Все, я ставлю это в духовку выпекать бисквит. В это время, пока выпекается у меня бисквит, я делаю творог. Обыкновенный творог. Туда добавляем сахар. Это можно делать все по вкусу. Я на рецепты не смотрю. То есть я делаю на свой вкус сахар, ванилин и вареная сгущенка. Там вообще рекомендуют добавлять еще немного молока. Я добавляю не молоко, а я добавляю сливки. Все. Еще забыла сказать, перед тем, когда вот это все делать, я замачиваю желатин. Я беру вот для своего вот этого торта творожно-ягодного, я беру 30 грамм желатина для ягод и 30 грамм желатина для творога. И вот творог я все блендером, тут уже блендером я работаю. Не менее полкилограмма. Я вот на мой торт 800 грамм. Вот у меня 800 грамм творога. Ванилин по вкусу, сахар по вкусу. Я добавляю сливки. Сливки я добавляю не меньше 250-300 грамм. Добавляю сливки жидкие. И все, вот это готово. Заливаю. Понятно, все же знают, как желатин делать. Да? Заливаю желатин, быстро перемешиваю и заливаю уже вот это все в разъемную форму на свой бисквит. Выношу в холод. Ставите или в холодильник, или я выношу зимой на крыльцо. Буквально пару минут, и творог уже у меня застывает. Пока творог застывает, я в это время ставлю любые свежемороженные ягоды в кастрюлю, насыпаю. Насыпаешь прям с морозилки. У меня смородина, брусника, вишня, малина и черная смородина. То есть всего помаленьку. Все. Ставлю ягоды в кастрюлю, засыпаю опять же по вкусу сахаром и
довожу до кипения, но не кипятить. Все, остыли, блендером сделала массу. В это время творог у меня уже застыл. Я беру желатин, второй стакан, заливаю желатин, быстро перемешиваю и заливаю вот на этот творог уже застывший. Почему получается как бы розы? И когда мы в разрезе делаем, смотрится очень красиво. Вот у вас творог же застывший. Вы берете, когда заливаете эти ягоды, берете столовую ложку и вот этот застывший творог вот так как бы выворачиваете. Раз, вывернули. Раз, вывернули. Опять вывернули. И вот так вы идете, допустим, по краю, как хотите. То есть вы можете это в центре сделать как бы розу. Можете вообще по всему сделать. Я беру вот с края начинаю и вот так я вот этот творог. А ягоды уже в это время, они обливают же творог. И потом, если у меня там остаются ягоды, я потом прям сверху вот так между этими. Все. И вы ставите в холодильник. Все это у вас застывает. И вот получается вот такой красивый творожно-ягодный торт.